Mitsubishi Motors продолжает активно развивать свою дилерскую сеть. Так, очередной точкой на карте стал центр компании «Картель Авто» в Кемерове. Внешний и внутренний облик этого автосалона подчинен обновленной дизайн-концепции трех бриллиантов. Это значит, что в интерьере и экстерьере доминируют черный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки. Обновление стиля отражает суть актуального слогана марки «Drive Your Ambition», то есть «воплощение ваших амбиций». На площади в 1000 квадратных метров расположен просторный шоу-рум, где буквально все подчинено стилю и логике, и который позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда. Это кроссоверы Outlander ASX, Eclipse Cross, пикап L200 и внедорожник Pajero Sport. При этом «Картель Авто» предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и в сегментах кредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. И, конечно, автосалон занимается обслуживанием гарантийных и постгарантийных автомобилей. Однако самое главное в новом дилерском центре – его сотрудники. Кемеровчанам удалось собрать команду профессионалов, которую тщательно готовили. И это один из лучших специалистов на автомобильном рынке Сибири. Буквально следом состоялась церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors группы Silver в Магнитогорске. Он также выстроен согласно актуальной дизайн-концепции японского бренда. Кстати, специально к открытию в дилерский центр доставили и рестайлинговый Pajero Sport, чтобы гости смогли увидеть и оценить по достоинству все изменения, которые произошли в обновленной версии флагманского внедорожника. Как отметил Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор ММС РУС, дилерский центр Silver Mitsubishi в Магнитогорске является одним из самых успешных шоурумов японской марки в Уральском регионе. Благодаря этому Mitsubishi в этом городе регулярно занимает лидирующие позиции в сегменте кроссоверов, а доля Урала, в который входит Магнитогорск, в общих продажах Mitsubishi составляет 11% от общероссийских. Площадь нового дилерского центра – 3600 квадратных метров, включая ремонтную зону, куда также входят слесарный и кузовной цеха. Пропускная способность сервисного центра Mitsubishi – сразу 2500 машин в месяц. Это значит, что клиентам не придется подолгу ждать своей очереди на ремонт. Что ж, пожелаем новым автосалонам успехов!